Равняйся. Смирно. Здравствуйте. Спокойно, не спеша. Идем в душ, моемся и заходим в бассейн. Теперь приглашаю вас в наш тренажерный зал, который был сделан в этом году. Но это благодаря нашему руководству и наших ребят-работников, Евгения Михайловича Левченко, Запопадну Сальвановича, много-много работников, которые директора, завуча, заинтересованных, которые мы здесь все вместе, они все работали, помогали, делали этот тренажерный зал. И вот мы получили новый тренажер. Это у нас Евгений Михайлович Левченко, он сам их выбрал, очень красивые тренажеры, хорошие. Так что смотрите. Новые фильтрации воды, новые фильтра установлены в нашем бассейне. Для большого бассейна их 6 штук. Хлораторная наша, которая вырабатывает гипохлорид хлора. То есть мы не обычным хлором, а гипохлоридом работаем. То есть из соли, да, вырабатывается из соли. Он безопасный. У нас считается, это женская, детские раздевалки, детские душевые, утепленные полы. То, что было сделано. Вот это было у нас раньше. Сейчас у нас изменения пошли полностью. Сам ремонт, как бы, конечно, существенные, очень существенные изменения. Ну, как по десятибалльной системе 10, нас все устраивает. И бассейн благоустроен, и раздевалка удобная. Конечно, нравится. И для здоровья хорошо. Каждую тренировку. Ну, если там, например, не какие-то болезни, школа. Ну, школа кончилась, можно теперь постоянно ходить.